коротко покажу работу с интернетом, а для этого я подключусь к домашнему Wi-Fi. Для этого мы сейчас зайдем в настройки и включим сам Wi-Fi. Настройки беспроводных сетей. Включаем Wi-Fi. Идет подключение, получение адреса. Ждем. Ну вот, собственно, подключено. Мы подключились. И теперь можем использовать, например, браузер. Я еще пока не установил программ, ну, типа Firefox или Opera, поэтому сейчас будем пользоваться стандартным браузером, который здесь встроен. Сейчас мы его только найдем. Вот он, браузер. Самое интересное, что в телефоне есть мультитач. Это я вообще удивился. Ну вот мы сюда тыкаем. Переключаем на M-Form, например. Так. mforum.ru. И еще раз. Давайте для удобства я переверну изображение. Вот мы подгрузили сайт. Теперь мы можем двумя пальцами уменьшать или увеличивать. Так не хочет уменьшаться. Ну и ладно. Конечно, немножко тормознуть, и все-таки все это происходит. Например, в отличие от HTC Desire. Но это понятно, все-таки и ценовая категория не та, и процессор не столь мощный. Тем не менее, видите, как удобно все прокручивается без тормозов. Так, ну вот, собственно, так это все выглядит. Выходим. Market. Ну, Market, само собой, самая прикольная вещь в Android-телефонах, где мы можем устанавливать различные приложения. Ну вот, например, устанавливаются приложения очень быстро. Вот можно посмотреть фотографии и после этого уже устанавливать приложения. Покажу сейчас, как работает мультитач на фотографиях. Сейчас мы... Так, это не то. Это файловый обозреватель. Воспользуется виджетом. Сейчас найдем тестовые какие-нибудь картинки, которые имеют большое разрешение. Так. Тихо. Так. Сейчас найдем... 640 на 408 все-таки маловато. Сейчас найдем нормальное большое разрешение. Вот, нашел. Не-не-не, просто посмотреть. Вот. Здесь картинки большие. Вот, кстати, можно посмотреть цветовую палитру. И теперь увеличим. Вот здесь вот мультитач очень хорошо работает. Пик. Вот мы увеличивали до, не знаю даже до скольки процентов. Можно вот еще увеличить. Уменьшили. Есть тут чье-нибудь лицо, интересно, в фотографии? Есть, вот. Сейчас мы найдем косплей, вот. Ну-ка. Очень-очень приятно увеличивается так. Контрастные такие яркие цвета, хорошие. Ну вот, собственно, все по мультитачу и просмотру браузера. Проблем тоже никаких не возникло. Если у вас есть желание, вы можете поставить вообще любой другой браузер, если вам не нравится вот стандартный.